вот эта вот женщина, да, она тоже решила стать блогером. Ну, недавно. Вот. Я не знаю, как, или он к ней, или она к нему. Потому что тут, смотрите, тут вот есть судоводство по Железову, да, а это мое, так, не, нет, это Виноградова блог, или как он называется, или сайт. А вот с Ольгой на 600-ках, и где-то они пересеклись. Так, почему я это говорю? Посмотрите. Я Курдюмова пыталась почитать, но скучно, неинтересно, ошибок полно. А дело в том, что мы с Курдюмовым вместе же эту книгу-то выпустили-то, так? Вот. Имела ли я на виду нашу общую книгу? Не общую. Нет, наша общая, смотрите. Почитайте «Умный сад, как перехитрить климат». Ну, там два автора, да? Железов и Курдюмов. Курдюмов и Железов. И вот получается, человек, естественно, читать не собирается, что он пишет. Мне не интересен Курдюмов. Фамилии Железова нет, ну, это, скорее всего, она про меня знать не знает. Помните, как оказалось в Мичуринске? А это Москва. Все, что в ее книгах я еще на третьем курсе знала. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже обрезкой занималась, когда он заканчивал наш факультет. То есть Курдюмов ее этот самый. То ли старше, то ли младше, что-то непонятно. Возможно. Вот. Но меня вот это вот поразило, знаете что? Когда человек скучно ему, неинтересно. Ошибок полно. То есть получается, все, о чем мы говорили сейчас, это ошибки. Так, ошибки, ошибки, ошибки. Вот. И она никогда не увидит мою эту фотогалерею. От этой фотогалереи, вот только-только посмотреть, если только одно. Точно установить, что это не нарисованные плоды и не слямзанные с интернета, это Нобелевская премия, ну, а если точнее, то 2 или 3 там. Вот. А ей это не интересно. Почему? Потому что она выпускница МХСА РГО. Это там, где меня пнули под зад. Сказали, не это самое. Ваше время истекло, перед этим 4 раза отключил микрофон специально. Как я сейчас понимаю. Вот. Зачем нужны эти? И вот поняли, да? И что интересно, она берет, это 1000 или даже, может, 100 тысяч первая, кто учит нас опять. И она берет, стоит посреди сада, говорит, я не буду садить этот самый саженец, я вам так расскажу. Когда она начала рассказывать, вот эта Ольга, она сейчас про меня даже не знает, про этот вебинар не узнает. Вот. Она, когда она начала рассказывать, где корневая шейка, да, у меня крышу снесло, я не понял. Я Железов не понял. Вот. Понимаете, в чем дело? Я вам еще буду показывать, показывать, показывать. На полном серьезе ваша коллега, уважаемая выпускница, то есть человек с дипломом о высшем образовании, вот, говорит, корневая шейка находится на 7 сантиметров выше уровня земли. У меня уже много лет, я скоро с ума сойду. Уровень земли, если косточку положить на землю, а мы ниже положим, там ниже, это и есть уровень земли, Ольга. Понимаете? Это и есть корневая шейка. Вот она лежала, и вот она пошла сюда и вниз. Это и есть. Какие 7 сантиметров, это не про вас. Про вас я вообще не понял. А там надо было сориентировать по сторонам света. И вы долго рассказывали, что со стороны с этого Виноградова, ну, друг мой, ну, ты виноват, ну, что это такое? Ну, за нахрена ты мне подсунул вот это вот? Я должен был время терять и валидол пить. Смотрите, есть два варианта по Железову. Но тогда нет лекции. Железов, например, говорит, нанесите метку на уровне земли, это корневая шейка, если саженец не был заглублен, так? И эта же меточка, маленькие такие пятнышко, ну, хорошо видно, допустим, белое может быть, белого цвета. Оно же показывает, например, юг. И если очень хотите север, ну, хотите запад. Ну, вы правильно сказали, пересаживать надо этой же стороной. А дальше что? А с северной стороны, оказывается, веток не бывает. Вы что, в саду ни разу не были? Ведь речь стоит... А потом начинает рассказывать про корневую шейку, я начал сходить с ума. Это вы виноваты,
гражданин Виноградов, что и меня доводит это с такими передачами. А с другой стороны, об этом надо говорить. Почему? Если я говорю, одна и та же пятнышко, это занимает несколько секунд, ставится со стороны при выкопке, чтобы этой стороной посадить, и оно же означает корневую шейку, а не как другие выдумали, что она на 7 сантиметров. 7 сантиметров, это единица. А вам-то надо было что? А вы в конце все сказали. Ставьте лайки. Вы руками водили, сказали вам так и без этого. И вот все вот это вот самое объясняли, объясняли, объясняли. Получилась целая передача. А она нужна была вместо этого пятнышка одно единственное поставить за несколько секунд времени. Ну и самое противное, это, ладно, самое противное будет ниже. Вам не интересен Курдюмов, тут надо было и Железов добавить. Почему? Потому что речь-то как раз идет. Умный сад перехитрит климат. Это вы ей посоветовали, да? Сейчас она побежала. Она все знает, знаете почему? Потому что это дело в том, что там учителя у нее, Попов, Пильщиков. Попов это не тот самый, который читал лекции. По второму каналу телевидения в саду. По-моему, он. А тут нет инициала. Ну ладно. О покойниках или ничего, или хорошо. Вот. Зачем? Вы все знаете. А вот это вот уже творение Бобров. Не мог удержаться. Подбежал к экрану, быстро-быстро нафотографировал. Вот в этой клаке, да? Что в ней сейчас увидите? Вот. Должны развиваться корни. А? Вы уже столько дебильных советов надавали. Смотрите. Вот она садит. Посмотрите, что у нее что было. Раз, два, три, четыре этих самых. Перечислять не буду. Помните о плохом? Не ходи на улицу, а то тебя плохому научат. Вот. Вот она садит. Это настолько примитивное действие. Где-то достали, где-то там доломитого мука, еще всякая херня. Вот. Я когда-то, почему я имею право с ней так разговаривать, да? Сейчас объясню. Вот. Кстати сказать, ведь умудриться, видите, она в фильме, вот это ведро, я не все успел, с экрана снимал. Вот, видите, ведро разрезало. Второй уже случай, год оборачивало то же самое. Отворачивается так, чтобы мы не видели, что никакого кома в нем нет. И что это сажень с голыми корнями. Ну так умудриться, уже не фея, уже фокусник натуральный. Вот. А с голыми корнями посадила. Она же гнить будет, то самое, что я говорю, сердцевина гнить будет. Откуда это известно? Ну это ладно. И откуда мне известно, что вот это гниль клака? Значит, я Железов к этому шел как? Допустим, я знаю, что есть почва кислая, есть почва щелочная, слабокислая, слабощелочная, так нет. И одни деревья к такой приспособились, другие к такой, третий к такой. На участке в несколько километров, я здесь, я же все-таки как бы местный авторитет, я обнаружил, я садил на заводе, чистое стопроцентное это, гравий, чистый стопроцентный гравий. И сейчас ходишь по территории завода, если не по асфальту, по камням. Вот. Я знаю участок, мне жаловались, чистый песок, несколько часов насос качает, а лужи нет. Вот так проваливается, как вакуум. А остальное середина половина. Там тебе и лесная земля, там тебе супец, там тебе... Ой, чего там только нет. И чистейшая глина придача еще. Отсюда взялось мое вот это. Но ты, прежде чем садить, ты кому это показываешь? А? Для кого ты это все, вот это все? Под какое дерево, под какое это. Ведь ты нормально, это ты должна сказать. Сегодня мы работаем для жителей, у которых чисто сплошная глина. В Подмосковье я сам наткнулся на такое. Вот тут, скажи, и тут же подгоняешь ты это самое. Платонова подгоняешь этот грузовик и высыпаешь примерно куба 2. Говоришь, потому что земля это чистая глина. А сверху насыпем, посадим в этот огромный расплывчатый трехметровый в диаметре. Или даже 4-метровый холм. А глина потом исчезнет, дерево приживется. А здесь что? А потом, когда я попробовал на практике ваши методы, я взял, посадил чистую
перегной. Старый-старый, казалось бы, земля землей. Я не садил на жизнь, я садил на смерть. Я знал это. Посадил. Деревья погибли. Я не был дураком. Я специально малоценно садил. Я много чего провел испытаний. Ладно. Тогда я середина наполовину. 50% перегноя, 50% земли. Погибли, но не сразу. Скажем так. Потом при садовом хозяйстве, у которого вреда 90%, 10% пользы, я прочитал, что в совхозе таком-то при закладке сада заложили в яму это самое большое количество этого. Там было то ли слово навоз, то ли слово перегной. Перегной, по-моему. Весь сад погиб. После этого я стал еще осторожнее. А когда оказалось, что деревья могут прекрасно расти без ваших вот этих вот ветер, видите как? Вы понимаете, что вот для того, чтобы была передача, вы же обрекаете людей. Ведь в одном случае мало того, что это... Ладно, все. Это я сейчас начну подробнее рассказывать. Эти саженцы, это самое, они его взяли, затолкали вместе с голыми корнями, как-то этот притоптали, привезли, потом она разрезала, а уже у нее в руках все рассыпалось, отвернулась, якобы посадила с комом, вот, еще сказала, обрезать не надо. Вот за это предательство уже, что обрезать не надо. Вот. Они в том веке как жили, в том веке и остались, видите? Ну. Откуда вы взялись, я вам чуть ниже покажу.